Дорогие братья и сестры, давайте ставши споем «Иисус, имя сладко мне». Братья и сестры, давайте скажем «Слава Богу». Я буду читать Иоанна 4 глава, 21 стих. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступит время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Слава Богу! Слава Богу за то, что теперь настало это время, когда мы не должны идти на гору или идти в Иерусалим, чтобы прославлять и искать Божие лица. И теперь мы можем это делать в наших душ, или мы можем собраться вместе, как одна семья во Христе, и прославлять Бога. Но если Дух Святой здесь не присутствует, если Дух Святой не благословит это служение, тогда мы напрасно пришли сюда и просто истратим наше время. So, давайте помолимся, чтобы Дух Святой работал в каждое слово, которое будет проповедано здесь, на этой кафедре, и чтобы каждая песня или стихотворство, которое будет звучать на этой сцене, укрепляла и обновляла наши души во Христе. Слава Тебе, Господи, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, что Ты даешь нам возможность приходить сюда и прославлять Тебя, искать Твое лицо, чтобы обновлять наши души и укреплять нас, чтобы идти дальше в этом мире, Господь, в нашей каждодневной жизни. Пожалуйста, благослови это служение в этот вечер. Мы пришли сюда, чтобы наполниться Духом Святым и наполняться силой. Пожалуйста, благослови это служение, чтобы каждый до единого здесь, который сидит, чтобы мы что-то получили для нашей жизни, чтобы она осталась в нашей жизни, и мы могли работать над этим. Слава Тебе за все. Благослови каждого, кто здесь будет, с Духом Святым. Слава Тебе. Аминь. Перед Тобой склоняюсь я, всемогущий Бог.
Слава Богу, можете присаживаться. Слава Богу, братья и сестры! Слава Богу за эту великую возможность, чтобы прийти сюда. Слава Богу за наши отцы, которые Бог дал нам. И мы все знаем, что муж есть глава жены и глава хозяйства. И он как лидер его хозяйства. И пока я еще молодой, у меня нету такой жизненного опыта, как быть отцом, но я чуть-чуть знаю, как быть лидером. Но есть еще лучшие, которые больше знают, и в Библии хороший лидер был Иисус Навин. И мы сможем сказать, что это все Бог ему помог, и он не смог быть хорошим лидером без Бога, но у него есть личные качества, которые мы все сможем учиться и применить в нашей жизни.
Первый из него качества, которое мы видим, это смирение. Он был смиренный даже и готов служить прежде тем, как он стал лидером. В Исходе Моисей относился к нему как служитель, и он служил Моисею 40 лет, когда они ходили. И все хорошие лидеры, они всегда готовы служить, и чтобы стать хорошим лидером, надо первое учиться, как следовать. И он тоже был готов служить, когда он даже и стал лидером. Он был выбран Бога, чтобы быть лидером всех Израилев. В Иисус Навина 3:7 написано, как «Я был с Моисеем, так буду и с тобою». Бог его выбрал, и он еще всегда был готов, чтобы служить Богу. Написано в 5 главе 14 до 15 стих в Иисус Навина. Пятая глава, 14 по 15 стих. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, что Господин мой скажет рабу своему. Вождь воинства Господне сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. Хорошие лидеры, они не позволяют гордости влезать в их жизнь. Они знают, когда служить, и они всегда готовы служить. Иисус Навин тоже демонстрировал великую веру и доверялся Богу. Когда Бог поручил, как ему взять Иерихона, он верил Богу, и написано в Евреям 11:30, «Верою пали стены Иерихонской по семидневном обходении». И хорошие лидеры не смогут они верить и поставить их доверие в людьми и даже не в их собственные силы. Они всегда должны доверяться Богу и поставить Бога первым. И не только он был верный, но он тоже всегда молился и знал, как молиться. Он молился Богу, после его поражения в Гае. Он взывал Господи, «О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим?» Он взмолился Бога за Израиля. И он всегда молился Богу за помощь, и он знал, когда молиться. И хорошие лидеры всегда знают, когда им нужна помощь. И он всегда тоже молился во время сражения. Когда он сразился в Южной Царе, он молился Богу, чтобы солнце остановилось на месте, и Бог так и сделал. Он молился, чтобы... Он это не делал, он не доверялся его собственной силой, но надеялся на Бога за помощь. Если Иисус Навин не был молитвенный, он не получил бы нужную помощь от Бога. И хорошие лидеры тоже, они знают, что им нужна вся помощь, которую они смогут иметь, и должны быть в непрестанной молитве. И самое важное качество, которое было у Иисуса Навина, это что он поставил Бога на первое место. Бог был его приоритетом. Когда он был сразил, он был в войне. И сейчас. Он был в войне и перестал воевать, чтобы построить жертвенник на горе Гевал. В 8 главе написано. И это нелогично, чтобы ему перестать воевать, потому что его враги смогли собраться, и все смогли собраться вместе и нападать на него. Но он поставил Бога на первое место, и это было благословение для него.
Значит, Иисус Навин был хороший лидер, потому что он был смиренный, верный, молился и всегда ставил Бога на первом месте. Это все качества, которые мы все сможем учить. Они не такие, как с чего люди так и рождаются, как люди имеют петь или имеют музыкальные таланты, но это не талант, это качество, которое мы все можем учиться. И надо нам всем учиться, как быть лидером, не только отцы. Но отцы были поставлены как лидером. И за это давай помолимся, чтобы мы все смогли учить такие качества, как Иисус Навин, чтобы мы смогли приобрести больше и больше людей к Господу. Аминь. Слава Тебе, Господи, за это великое возможность, чтобы мы сможем прибыть с Тобой в Твоем молитвенном доме, Господи. Слава Тебе за это великий день, Господи, солнечный день, хороший день, чтобы мы смогли сегодня собраться. Слава Тебе за наших отцов, которые Ты дал нам, чтобы они были нашим лидером, Господи. Слава Тебе. Сделай, чтобы мы также были, как Иисус Навин, Господи, всегда уповались на Тебя, Господи, и всегда думали о Тебя, и дай нам крепость и мудрость, чтобы мы всегда смогли пребывать в Тобою, Господи, и чтобы мы смогли больше и больше людей принести к Тебе, Господи, чтобы Царство Твое было выполнено, Господи. Слава Тебе, Господи. Аминь. Дорогие братья и сестры, давайте ставши споем: «Ты мне близок, словно берег морю, Ты мне дорог, словно дети мать». С надеждой живой.
присаживаться, и сейчас пение. Инесса, Нейтан и Реджина. Благословенное имя Господа, дорогие братья и сестры.
И благословен наш живой Господь на этом месте, который собрал нас для славы имени нашего благословенного Бога. Апостол Павел говорит нам такие слова, живые для моего сердца. Умоляя милосердием Божьим, он говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения Ему. И не сообразуйтесь веком сим, он говорит, но преобразуйтесь обновление ума вашего, чтобы нам познавать, друзья мои, этого чудного акта, эту жертву святую, живую, друзья мои, и воскресшую, который воскресил тебя и меня из мертвых дел для славы имени нашего чудного Иисуса». И желание сердца моего, друзья мои, передать стих такой, где говорит Дух Святой нашему сердцу сегодня. «Христос, Христос, осмеянный толпою, венце истерное на царственном челе. О, что ты протерпеть божественной душою, за грех мой, за меня страдал ты на кресте. Поруганный людьми за идеал учения, безмолвно ты позор и муки нес. Какой пример любви, какой пример учения оставил ты для нас Спаситель наш Христос. Одевши стан в насмешку, в багряницу, как ликовала червь, глумятся над тобой. А ты, глядя на злобные все лица, с любовью шептал: прости им, Отче, Боже мой. Насытясь, наконец, насмешкой и глумлением, народ повлек тебя к Голгофе за собой. Взвалили на тебя тяжелый крест презрением, на стан измученный, избитый, чуть живой. По тяжестью креста и мук изнемогая, в пути к Голгофе ты не мог идти. И некий Симон, муж, благому сострадая, позорный крест любовью взял нести. Последний тяжкий путь, о сколько раз бывало, вот эта же толпа ходила за тобой. Недавно, как царя тебя встречала, одеждой перстной путь услала твой. 5 дней назад осана восклицали, и их уста, как славили тебя, детей своих с восторгом поднимали, что встретит их твой взгляд любя. Возложены на крест твои святые длани, пронзил железный гвоздь, и помолил, и полилась кровь на руки тех, кто Бога распинали, но ты за грех дал им прощение и любовь. Христос, Христос великий и прекрасный, о чем воздать за всю любовь твою, за зло души моей порочной и ужасной, пролил ты на кресте всю кровь свою. О, помоги всем сердцем и душою всю жизнь безропотно тебе служить, что вновь ты не страдал, не распинал со мною, чтоб лишь с тобой могла дышать и жить. Слезами он услал себе дорогу, без ропота, без боли перенес, безмолвно, как овца, до смертного порога, как агнец кроткий был Спаситель мой Христос. О, мой Господь! О смерти был достоин, но жизни вечно ты мне дал ключи. Не для меня глядет на крест жестокий воин, не мне подносят яд на трости палачи. Не я ли под зноем Палестины жгучей томлюсь, и раны страшные горят. Достоин, достоин смерти я, но за меня ты мучим, безбрежный океан любви, мной не всегда понять. Великий Бог, оставил ты обитель и славу неба, чтобы жить мне дать.
Паду к Твоим ногам, о мой Спаситель, позволь на них мне раны целовать. Мой друг, мой брат, всей жизненной долине, быть может, ты Иисуса позабыл, но знай, тебя Он любит и поныне, свою Он кровь Он за тебя купил. Так неужели все это не оценишь? Любви Христовой разве не поймешь? О, неужели ты, познав Его, опять изменишь? Из дома отчего, как блудный сын, уйдешь. О, неужели скорбь отца и сердца муки тебя не тронуть глубиной своей? О, неужели скорбного веселья звуки ценой души обманутой твоей? О, непятный опять свои одежды Христос тебя по имени зовет. Оденься в броню веры и надежды. Иди вперед, и только уж вперед, и только уж вперед. Аминь. Слава Богу! Пользуя эту возможность, я хочу поздравить всех отцов с сегодняшним праздником. Я сидя там, думал, стоит говорить, не стоит. Но такая возможность сегодня всем отцам вот это услышать. Потому что, может, мы это не делаем, не продолжаем это делать каждый день, подходить к своему отцу или даже думать про это и просто славить Бога, что у нас есть отец.
У меня была возможность в прошлом году поехать на миссионерскую поездку в Украину, где дети, они без отцов, без матерей. И видя их лица, когда там я, их наставник, может, в этом лагере, и они думают, что ты это их старший. Они чувствуют себя как дома. В лагере, если что-то я скажу им сделать, они пойдут и сделают. Они слушаются, они как, может, и бывает, и бунтарствуют или что-то такое, но видя, когда мы уже уезжали, видя ту обиду, то на их глазах, те слезы, что тот, кто у них был, уже опять нету его. И слыша их истории, что они прошли, как они рассказывают, как их отец избивает мать, что их забрали от своих родителей, что их отец пьянец, что мамы дома никогда нету, потому что она гуляет. И вот это, слушая это и выслушивая 4-летних детей, 10-летних, 15-летних, просто в те моменты ты понимаешь, как Бог меня благословил, что я родился в Америке, что у меня благополучная семья, что меня Бог благословил моим отцом, моей матерью, бабушками, дедушками, родственниками, что мы благословены, и это наша церковь. Я благословен с такой церковью. Слава Богу, что у нас есть эта возможность быть здесь. Аминь. И сегодня я хочу поговорить о теме, которая коснулась мое сердце, когда я читал Слово Божие, просто поделиться с вами, порассуждать. И читая от Марка, это было, когда Христос переплывал озеро, и я назвал свою тему «Какая буря в твоей жизни сейчас?» Какая буря в твоей жизни? Что мы переживаем в своем сердце, в нашей душе, в нашей семье? От Марка 4:35 и до 41 стиха я буду читать. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били лодку, как что уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглаве. Его будят, говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих. И сделалась великая тишина, и сказали им: «Что вы так?» И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Раньше, слушая эту историю, я всегда думал, что они переплывали океан. И мне казалось, окей, это волны, наверное, чуть-чуть поднялась буря и их перекинула. Когда я взял это место, где что они переплывали, оказывается, это такое озеро небольшое сильно. Я так представил, да, может, эти ученики, может, не встречали такую прям бурю великую, но они знали, они плавали на этом озере постоянно, они рыбу ловили. У них был какой-то экспириенс в своей жизни, какое-то испытание, то есть они знали, как это делать. И когда начала буря, я так думаю, я так представляю, что начали волны бить, и вода затекала. Я думаю, что если я там был бы, я взял бы ведро, начал перекидывать, как-то собрать команду, давайте все дружно начнем. Потому что они плавали, это их работа была, это они делали каждый день. И до той степени, пока буря такое, пока волны так наполняли лодку, что она уже начала тонуть. И тогда они пошли будить Христа. Они после того, как уже у них не было этой силы, этого, как правильно сказать, они не смогли эту всю воду выкачать, то уже пошли к Христу, как на последнюю сторону. Иисус у них был как последним, к кому они пошли. И как вы представляете, когда я это читал, я задумался, ли пошли они Христа будить, потому что
сказать, чтобы он прекратил эту волну, чтобы он успокоил эту бурю, или они пошли к Христу сказать ему, чтобы он как спасал себя, спасал свою душу и спасал их, и они все вместе, чтобы они как-то начали плавать или что. Но Христос встал и говорит: вы маловерные. И я не знаю, что проходит сейчас в твоей жизни, в моей жизни. У каждого из нас, мы знаем, что сейчас, какое испытание мы сейчас проходим. Что у нас внутри, что у нас в семье, что у нас на работе, какие у нас мысли. Какой шторм сейчас в моей душе, какой шторм сейчас в вашей душе, какая буря. В чем мы сейчас переходим? И стараемся ли мы вот эту бурю сами пройти? Стараемся ли мы эту воду сами выкачать с нашей лодки? Мы сейчас тонем. Сейчас мы тонем или мы стоим пока. Когда эта буря ударит нас, сможем мы выдержать? Сможем мы правильно поступить в этой ситуации? Или нас начнет топить? Нас начнет топить эта жизнь, эта волна, этот мир. Если там Христа не было бы, что бы случилось тогда? Погибли либо эти ученики? Но Христос там был, и этим Он показал, что Он в нашей лодке, что Он с нами каждый день. Что бы ни происходило в нашей жизни, в нашей ситуации, Бог с нами. Он нас слышит, Он возле нас, Он с нами. Но бывает, Он спит. И я думаю, что каждый из нас так молился, так взывал, и в сердце у нас, или в мыслях наших, мы думаем, Он нас не слышит, Он не отвечает. Что я неправильно делаю, что Он не отвечает, что происходит. Но Христос там, Он просто дает нам это время, Он испытывает нашу веру, Он испытывает, как мы поступим в этой ситуации. Если мы побежим к Нему, или если мы своими руками начнем исправлять эту ситуацию, своими руками надеяться на себя. Будем ли мы надеяться на Бога, или будем мы надеяться на себя? Это без разницы, какая ситуация, семейная, духовная, может, по болезни, может, близкий ушел в вечность. Это все больно, это все нам надо переносить на этой земле. Но Бог с нами, но Бог с нами. И Давид пишет в его псалмах, если Псалтырь 22 глава 4 стих. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Христос с нами, Бог с нами, Дух Святой с нами. Где мы бы не были бы, Он с нами. И Он нас никогда не забудет. Но Он нам также не обещал никогда проблем в нашей жизни. Он не обещал нам, что у нас не будет этих бурь, что у нас не будет этих штормов. Он нам сказал в Слове Его, чтобы мы ожидали трудностей. От Иоанна 16 глава, 33 глава, то есть, извините, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Извините. «Но мужайтесь, я победил мир». Христос победил мир. Христос победит эту бурю в нашей жизни. Он поможет нас. Он поможет нам. Он никогда нас не забудет. Он с нами. Он своего дитя не оставит просто. Отец мой меня не оставит в беде. Если я где-то тону, Он пойдет меня спасать. Даже если это значит Его жизнь, может, на этой земле, Он все равно постарается меня спасти. Как сегодня говорилось утром, что дети – это самый лучший подарок у Отца. Это Его ребенок. И мы дети нашего Иисуса Христа, нашего Бога Небесного. И Он нас никогда не оставит в трудности. Второзаконие, 31 глава, 8 стих. «Господь сам пойдет пред тобой, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не отставит тебя, не бойся и не ужасайся».
Нам надо стоять твердо за нашу веру. Нам надо знать, в кого мы верим. Нам надо знать слово наше, чтобы мы могли устоять все бури нашей жизни, чтобы мы не пробовали сами исправить что-то, исправить ситуацию своими руками, надеяться на себя, но чтобы мы надеялись на Бога. Это может быть самая маленькая проблема или может быть проблема такая в жизни, такая ситуация, что тебе уже кажется, ты не знаешь, куда деться. Ты не знаешь, как поступить. Ты не знаешь, что делать. И бывают даже такие мысли приходят, да есть там Бог или нету Его. Но Бог есть. Он здесь, Он сегодня здесь, и сейчас Он здесь, и всегда Он будет. Нам надо верить в Него, нам надо надеяться на Него в любых бурь нашей жизни. Давайте ставши сейчас помолимся, попросим Бога, чтобы Он нас благословил этой верою, попросим Бога, чтобы Он давал нам эту силу, даже когда, может, мы Его не чувствуем, даже когда, может, в сердце мы Его, как Он чувствуется, как будто Он не с нами, но Он с нами. Может, Он спит, может, Он испытывает нашу веру на Него, как мы уповаем на Него, что происходит в нашей жизни. Давайте ставши помолимся. Отец Небесный, слава Тебе и хвала, Господь мой, за любовь Твою милость к нам, Господь мой, всемогущий Спаситель. Господь мой, я Тебя благодарю за эту любовь, которую Ты подарил нам на кресте, когда Ты умер за меня и за каждого из нас, Господь мой. Ты всемогущий, Ты вездесущий, да будет имя Твое прославлено, да будет имя Твое возвеличено, Господь мой. У нас бури в нашей жизни, Господь мой. Бывает, у нас такие вещи происходят, что мы, может, и не знаем, как исправить, что мы, может, и не знаем, как. Но бывает, мы стараемся это делать своей рукой, своими знаниями, своими умениями, Господь мой. Но Ты всемогущий, и Ты вездесущий, и Ты один, который управляешь, Господь мой. Лишь бы у нас была вера, Господь мой. Лишь бы у нас была вера на Тебя, Господь мой, на Твое слово, на то упование, которое Ты нам дал, Господь мой, на то остановление, Господь мой. Прошу я Тебя, давай нам силы, Господь мой. Помогай нам в наших трудностях, Господь мой. Что это ни было, Господь мой, наполняй нас, Господь мой. Давай нам силы, давай нам мудрости в наших семьях, Господь мой, в наших будущностях, Господь мой, в наших работах, Господь мой. Где мы бы ни были, Господь мой, давай нам силы, давай нам мудрости. Какой шторм, может, не Господь мой, настигал на мою жизнь, Господь мой. Дай, чтобы я устоял, Господь мой, вери в Тебя, вери в Слово Твое, Господь мой. В общении с Тобой прошел это все, Господь мой. Прошу я Тебя, наполняй, вдохновляй. Давай нам силы, благословляй нашу церковь, Господь мой. Благословляй каждую из наших душ, Господь мой. Дай, чтобы Дух Святой работал в нас, Господь мой. Слава Тебе и хвала. Благослови остаток этого служения. Благослови наших отцов, наших матерей, бабушек и дедушек. Благослови, Господь мой. За все будь прославлен и возвеличен, всемогущий Отец. Аминь. В Иисусе нашел я счастье, в Нем одном знаю я покой, и во время пения будет сбор.
Присаживаться. Сейчас стих света и затем пение хора. Я хотела бы поздравить всех отцов с этим прекрасным праздником. И сегодня мне зять рассказал такую маленькую историю, что утром он сказал своей дочке: «Знаешь, сегодня день отца, мой день». Она на него смотрит и говорит: «А ты не отец, ты мой папочка». Я бы хотела просто сказать, как сегодня утром сказали, что для родителей нету больше радости, как слышать, что дети и ходят в истине. И сейчас, в это летнее время, когда мы очень часто говорим нашим детям с Богом «до свидания», может быть, на свадьбах, может быть, отправляя их учиться, я бы хотела чуть-чуть приоткрыть сердце родителей, что мы чувствуем, когда мы говорим это детям. Как трудно детей провожать, у дома стоя, на дорожке, рукой улыбаясь махать, хотя на душе скребут кошки. Вернувшись в свой дом большой, как будто миг опустевший, вновь встать на колени с мольбой к отцу. Весь наш мир возлюбивший, он отдал сына на крест. Не в силах понять этой боли, что должен был он ощущать, провожая сына родного. Ты, Бог, понимаешь меня, когда я молюсь о детях, чтоб ты их от гибели спас и души их спас от смерти, чтоб мир сей холодный и злой не смог затушить то пламя, которое ты зажег в душах их. Не случайно, они ведь наследие твое, хоть трудно нам расставаться, я все же знаю одно, их держишь в руках не напрасно, не выпустишь, не уронишь и доведешь до цели. И дивно ведь ты сотворишь в их душах чудо спасения. И все же мне тяжело, и вновь я колени склоняю к тебе, мой любимый Господь, в молитве опять обращаюсь, и станет легко мне опять. Хоть сердце кусочек остался вот там, где стояла я, как будто бы оторвался и полетел к небесам, к Отцу всей земли взывая: храни, мой Господь, дитя, я в руки Твои вручаю. Аминь.
Слава Богу, братья и сестры. На небе Он даст мне место. Действительно, это так. И ради этого места мы от многих других мест здесь на земле готовы добровольно отказаться. Аминь. Аминь. Знаете, вот, ну, я, конечно, тоже, пользуясь возможностью, поздравлю всех отцов. Хотя мой родной отец живет на Украине, а мой тесть сейчас в России. Так что, в принципе, как бы мне и некого поздравить чисто биологически. Но я от лица себя хочу поздравить всех отцов, всех тем, кто стал отцом. Слава Богу за это чувство. И благослови всех нас, я ж коллега, Господь. Слава Богу. Знаете, вот так вот я вспоминал, как-то услышал одно место, очень оно мне понравилось в проповеди. Человек говорит, что автор пишет в притчах: наследие от Господа – дети, вот благословение – дети. А когда один, два, три, четыре, вот дети плачут, кричат, дерутся, и вот мама, папа думают, где ж тут благословение? Ну, там разбитая чашка, там порисованная стена, там машина поцарапанная. Где благословение? Одни убытки. То и проповедник говорит, что а благословение придет, когда эти дети вырастут. Так же, да? Слава Богу за это. Вот я вот смотрел на Николая, Самуил проповедует, и вот он смотрит, и слава Богу, и уже он переживает это благословение, когда и помочь может сын, когда уже и сын в церкви. И вот это то, ради чего мы, отцы, стараемся, терпим лишения. И знаете, нам, детям, не всегда это понятно будет. Я вот дочке своей рассказывал, для молодежи будет полезно. Я говорю, знаешь ли, я только с годами понял один папин поступок. Вот мандарины попадут к нам, или апельсины, да, это для вас, это вообще ничего особенного. Для нас мандарины и апельсины, это как будто кто-то вам домой ключи от Феррари вот так положил, сказал, it's just for you, just for you. Вот, и, например, три апельсины попадают, четыре апельсины домой, всем по одной. И папа, ну, маме, папе, мне, брату, и папа говорит жене своей, нашей маме, Тома, я не хочу, что-то не люблю, давай он детям раздели напополам. Я думаю, вот чудак, апельсины не любит, вот дает, слушай. Котлеты мама где-то пожарит, всем по две, восемь штук. Он говорит, слушай, я что-то не хочу, мне одной хватит, эту раздели между сыновьями. Думаю, вот дает, и котлеты не любит. С годами я-то его понял. Время было трудное, еды было мало. И он, конечно же, как и все люди, хотел и ту апельсинку,
хотел эту котлетку лишнюю, но у него были дети. И ради этих детей, как сегодня был стих, что папа и в огонь прыгнет, папа и машину остановит, и с собакой полезет драться, все сделает ради детей. Так что дай Бог молодежь нам это понимать, ценить и любить. Слава Богу за это. Знаете, я, кстати, это пережил, я боюсь собак, но вот как-то помню с Лией, что-то там проходили, собачка как загавкала, то во мне Самсон проснулся, потому что она закричала. Да, ну собачка за забором была, так что там все нормально. Проповедь моя не об отцах. Проповедь моя на то качество, на то место, которое часто мы встречаем в Библии, которое важное, которое, ну, без которого, наверное, христианин и не христианин. Прочитаем. Книга притчей, 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Начало мудрости – страх Господен. Вот знаете, сегодня хочется поговорить, что такое страх Господен. Тема проповеди «Что такое страх Господень?». Знаете, есть еще вторая тема, я, если Бог позволит, скажу уже после кемпа, что такое, когда, ну, или что происходит, когда человек теряет страх Господень и как его жизнь меняется. А сегодня мы поговорим, что такое страх Господень. Когда я готовился к проповеди, просто набрал на симфонии, да, на телефоне, оказывается, это очень-очень часто используемое выражение в Библии. Страх Господень, да? Страх Господень. Начало мудрости. Вот что это? Что Он нам дает, зачем нам нужен, что это вообще бояться Бога, как это. А можно ли, как некоторые современные учат, что Бог, Его не бояться надо, а Бог это друг, вот так по плечу Его похлопал, Он так рядышком, или все-таки это что-то другое. Ну давайте вначале все по порядку. У меня, слава Богу, есть времени, все нормально, так что можно семинар проводить. Я шучу. Что такое страх? Что такое вообще страх у любого человека? Я помню, когда-то разговаривал с пожилым человеком и просто с ним поговорил, скажи честно, ты смерти боишься? Смерти как таковой. Он сказал, говорит, знаешь, кто-то сказал, смерти не боятся только глупцы. Речь не идет о том, что панически за нее держаться, а речь идет о том, что человек, живя на земле, как-то переживает за свою жизнь, как-то избегает ситуаций, он боится чего-то. Ну, все мы боимся, когда кто-то лихачит на дороге, да? Вот мы когда едем, и нам надо как-то обогнать, а человек так лихачит, подрезает, то как мы сделаем? Мы боимся его, конечно, он ненормальный какой-то. Мы сбавим скорость, и пусть едет, куда едет. И это нормально, потому что страх – это то, что защищает человека от опасности. Это то, что его защищает. Вот в чем опасность детей? Почему, говорят, за детьми нужен глаз да глаз? Да потому что дети не понимают, они ничего не боятся. Маленький ребенок может полезть в огонь. Ой, красиво как. Он не понимает, он не боится того, что огонь обожжет ему руку. Маленький ребенок может подойти к краю обрыва, посмотреть, смотри, как красиво, и упасть туда, не понимая, что это опасная вещь. У него нету еще страха. И это очень плохо. Это доставляет большую опасность ребенку. Это доставляет большую сложность родителям, когда у ребенка нет страха, он ничего не боится. Сколько у нас такое было, вот даже у меня дети разных возрастов, то самый маленький год, а тем, что постарше, они лезут с ней играться, могут там нечаянно там чуть ли не в глаз ей тыкнуть. И ты боишься за них, они играются, а ты вот так вот. Потому что у них нет страха, они не понимают, что могут ей навредить. Это нормально иметь здоровый страх в жизни, определенно здоровый страх. Ну вот как привести пример, что такое здоровый страх? Одна есть история. Один человек нанимал людей. Ему надо было перевозить грузы по горам, чтобы товары свои продавать в других деревнях, и надо было по горам ехать. Он сказал, что мне нужны люди, которые бы на повозке с лошадями могли по горам перевозить мои грузы. Пришло 3 человека. И первый хотел показать ему, какой он мастер. Он сел в телегу и специально лошадь к краю обрыва провел, и на самом краю, возле самого края обрыва, он прошел всю дорогу. Ну и все смотрели, открыв рот, просто в таком удивлении, в таком захвате, что вот это мастер, вот это так умеет с лошадью на краю пропасти провести. Второй, понимая, что ему надо что-то лучшее показать, взял и так к краю прижался, что заднее колесо телеги висело над пропастью, и тоже проехал все. И все ему хлопали, и понимали, что третий, ну уже ну невозможно чем-то удивить, чтобы третий сделал еще что-то такое, чтобы удивил. А третий сделал совсем другой поступок. Он прижался к скале как можно ближе, подальше от пропасти, и спокойненько с лошадочкой проехал весь путь. И все тогда же стали ему улюлюкать, ну что это такое? Как вы думаете, кого нанял хозяин?
Третьего, конечно. Ну, конечно, это же разумно и здраво, потому что этот человек боится упасть в яму. Человек от опасности держится подальше. Хозяину не надо лихач, хозяину не надо виртуоз. Ему надо человек, который спокойно, тихонько привезет его товары в другую деревню. Страх – это нормально. Вообще, встречали мы людей, как говорят, бесстрашный человек. Как правило, в современном обществе человек, который не боится людей, который не боится ничего, который не боится Бога, как правило, этот человек ведет себя неправильно, вызывающе. Он может хамить всем, он никого не уважает, он может всем дерзить, всем говорить что-то обидное, больное. Ему абсолютно все равно, что о нем думают люди. Он никого не боится, он никого не уважает. Интересно, в Библии мы встречаем место про одного судью. Помните, жил судья, который Бога не боялся, и что дальше? И людей не стыдился. Он не боялся Бога, и ему было абсолютно все равно, что о нем думают люди. Это важная мысль, мы еще к ней не раз вернемся. Сегодня такое понятие есть, опять-таки, это неправильное понятие в христианстве, когда говорят, мне вообще все равно, что обо мне люди думают, есть Бог и есть я. Это не все равно. Это не христианский метод. Христу было не все равно. Христос подходил к Петру и говорил, за кого считают меня люди? За того и за того. А вы за кого считаете меня? Поэтому если мы думаем, что у меня с Богом золотые отношения, а мне абсолютно все равно, кто люди, что они обо мне думают, то нам надо пересмотреть. Это неправильно. Это неправильный жизненный образ. Человек живет, он боится потерять свою репутацию, нормальный человек. Он боится, как сегодня была прекрасная проповедь о слове. Взрослый человек боится, что его слово потеряет силу. Он говорит и делает. Он боится начальника на работе, и это нормально. Это нормально, когда человек работает, зная, что в любой момент может прийти начальник и застать его за делом, когда он не работает. Большое спасибо. Вот интересно вообще с начальниками. Ты можешь работать полгода, как лошадь. Вот ты сел на 5 минут отдохнуть, и он придет. Это правда, да? Он зайдет, и потом попробуй докажи, что я всегда шпашу, просто вот сейчас присел. А, это я сейчас тебя поймал. И вот человек боится испортить себе жизнь. Это нормально. Это нормально, когда человек боится заболеть. Вот знаете, вспомните молодежь себя, когда вам было лет по 12. Здесь зимы нету, здесь сложно вспомнить. А я помню себя. Зима, снег, идешь, куртка нараспашку, шапка в кармане, все, я герой, я ничего не боюсь. А потом и заболел, и простыл. А потом смотришь на родителей, они говорят, что слушай, а что ты не боишься болеть? Да нет, все нормально. Страх – это нормальное состояние человека. Здоровый страх, когда человек боится за свою жизнь, за своих детей, за свою работу. Когда он переживает, в конце концов, это нормальное состояние у человека. И когда этого нет, когда он смелый, когда он бесстрашный, надо что-то пересмотреть. Интересно вообще, что же Библия говорит просто о страхе, о том состоянии, когда человек боится чего-то или кого-то. Книга притчи, 14 глава, 16 стих. «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян». Мудрый боится и удаляется от зла. Мы рассуждали на эту тему в пятницу с молодежью. Я думаю, и им, и нам полезно услышать лишний раз вещь. Когда наши друзья, общество, с которым мы сталкиваемся на работе, не знаю, после работы, те, с кем мы общаемся, это люди, которые, может, даже и в церковь ходят, но ведут себя как неверующие. Люди, которые позволяют себе выпивать. Люди, которые позволяют себе сквернословить, говорить плохие слова. И мы в таком обществе вращаемся, то не боимся ли мы, что мы станем такими? Что со временем мы станем такими, как это общество. Мудрый боится и удаляется от зла. Нормальная реакция мудрого человека – это страх. Страх за себя, что вот это зло перейдет на него, что он станет таким же. Интересно, как написано в Библии, да? Не обманывайтесь. Худые сообщества что? Развращают добрый нрав. Не написано, что вот доброе общество с легкостью превратит грешника в святого. Нет. А вот то, что плохое общество делает святых людей грешниками, плохими, вот это работает. Вот это работает. От чего еще Библия призывает нас убегать? Мы сейчас рассуждаем на тему страха и на ту тему, когда нам надо бояться каких-то вещей. Библия призывает и убегать. 1 Тимофею, 6 глава, 9 стих.
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. То есть речь идет о сребролюбии. Мы сейчас поговорим, что это такое. 11 стих. «Ты же, Божий человек, убегай сего». Сребролюбие. Что такое сребролюбие? Вот поймите правильно, я говорю молодежи, что вообще отец, муж, который сидит на шее жены, не потому, что у него здоровье подкосило или что-то еще, а который просто лентяй, который не хочет работать, который вот за счет жены хочет прожить свою жизнь. Ну, это не совсем правильный христианин, если не сказать об этом большего. Аминь? Аминь. Сестры громко говорят аминь, ни один брат не сказал аминь. Вот эта штука жизни. Это действительно так. Мы должны работать, мы должны ходить на работу, зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью. И это правильно, и это то, что мы делаем. Написано в Библии, человек трудится, потому что побуждают его к тому, род его. Вот если бы мы есть не хотели, нам не надо было работать. Итак, Библия призывает, что надо бояться сребролюбия. Что же это такое? Да это то, когда человеку всегда мало. Когда человека есть две дочери у ненасытимости. Давай и давай, давай и давай. Когда человек пытается покупать вещи, которые больше, чем его заработок. Вот интересно, математика ж простая вещь. Некоторые люди, глядя на кого-то, пытаются купить себе вещи, которые реально просто им будут не в моготу. Просто почему? Я хочу. Мне нравится. Мне много чего нравится в этом мире. Но я должен себя урезонивать, я должен себя останавливать. И Павел пишет Тимофею, ты убегай сребролюбия, потому что, предавшись ему, некоторые даже уклоняются от веры, пишет Павел. А как это происходит? Это не значит, что если человек, ну, хочет больше заработать, он сразу сребролюбивый. Нет, конечно. Но если человек осознанно начинает делать так, что работа его засасывает, он вообще забывает о собрании. Его нету в собрании годами. А все почему? Да вот надо работать, надо куда-то. Ты его спрашиваешь, ну, в чем так они? Да вот хочу одно, хочу второе, хочу третье. Но если ты уже забыл вообще, что такое церковь, за год, вот в году, 52 недели, это 104 собрания утром и вечером. Некоторые люди, вот загоняя себя, пытаясь как-то покупать вещи, которые намного превосходят их доход, загоняют себя в то, что приходится работать постоянно, приходится в собрании почти не бывать, потому что и субботу, и воскресенье надо работать. Павел пишет, убегай этого, бойся этого. Это может уклонить тебя от веры. Поэтому я думаю, что нам тоже иногда надо себя пересматривать. Поймите, я абсолютно уважаю всех, и мы должны работать, трудиться. И вот это прекрасное здание, и парковка, я Лии рассказываю, говорю, что твоя мама еще помнит, когда этого не было. И благодаря тому, что вот люди, приходящие в эту церковь, жертвуют деньги, она живет, стоит здание, платится и выплачивается. И так множество церквей по всему миру. Но все равно я считаю и повторюсь еще раз, это не стыдно жить скромно, молодежь, вам начинать жизнь, вам строить свои семьи, вам придется платить за дом, где вы будете жить, за апартменты, вам придется тратить какие-то деньги. И это совсем не стыдно, если у вас будет не так, как у вашей подруги. Это нормально вообще. Не могут все одинаково зарабатывать, не у всех получается и бизнес вести. Это отдельная тема, и мы с молодежью когда-то на эту тему хотим поговорить. 1 Коринфянам 6:18. Мы продолжаем говорить, от чего же надо убегать, от чего надо спасаться и бояться. 1 Коринфянам 6:8, правильно ли я записал? 18, вот. «Бегай блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Мы не будем говорить конкретно о блуде, а я скажу вообще о любом грехе. Бегай любого греха. Вот повторюсь, если есть компания, твои друзья, с которыми ты проводишь время, и эти друзья позволяют себе грешить, грешить смело, грешить, что они не стесняются друг друга. Убеги от такой компании. Оставь такую компанию. Я это проверил в своей жизни. Слышал многих свидетельств, что когда мы так с тобой сделаем, оставим этих друзей, которые грешники, которые ведут нас к греху, поверь, Бог даст тебе других друзей, нормальных, верующих, и ты будешь счастлив. Аминь, братья и сестры. Слава Богу за это. Я знаю, кто это пережил, тот это пережил. Избегай греха, избегай компании, которая тебя не приближает
к Богу. Это очень важно. Что же значит человек боится Бога? Вот как это? Боится Бога. Интересные мысли здесь приходят на ум. Псалом 8, 4 стих. Мы говорим сегодня о страхе Господнем, о том, что это начало мудрости. И подходим к той части, когда человек боится Бога. Что это? Давид пишет, Псалом 8, стих 4. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которую ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Первое. Мы боимся Бога, потому что мы четко понимаем, кто Он и кто мы. Мы четко понимаем, что Он Творец, создал все видимое и невидимое. Он тот, который держит все в своей руке. И вот интересная мысль. Давид, выйдя ночью, посмотрел на небо, увидел звезды, увидел луну. И вот, видя это, он пережил величие Божье. Он увидел свою, мелочность, какой он мелкий, какой он маленький на этой земле, и увидел творение Бога, и прославил его, и написал псалом, который мы читаем до сих пор. Современное общество, умное общество, изучило все, слетало в космос, смотрит в микроскоп, видит, что в космосе звездочки – это не точечки, это огромные планеты, как наша Земля. И казалось бы, если Давид, видя ночное небо, прославил Бога, то мы еще больше должны прославлять его, видя его творения. А современное общество, видя это все больше пропитывается тем, то и Бога нет вообще никакого. Парадокс. Парадокс. Люди перестают бояться Бога. Люди на улицах вообще не боятся Бога. Они не понимают, что Бог дает им жизнь, что Бог дает всему дыхание и все. Мы как-то с другом рассуждали, недавно вспоминали вот цунами, которые происходили, землетрясения, и где-то посмотрели, по-моему, на Ютубе кто-то или в Японии, вот последнее цунами было, то это страшная вещь. Вот как-то снимают, идет волна, стоят дома, и вот волна идет, и дома поплыли. Не так, что она их с усилием отрывает, а просто вот так поплыли дальше. Дома по 3 этажа, по 4. То есть, глядя на это, ты думаешь, Господи, да если бы ты, вот мы как поем псалом, что если Бог оставил бы на миг, да, этот мир, то этот мир давно бы погиб уже. Первая мысль, страх Божий, это понимание, кто есть Бог и кто есть я, и понимание, какая огромная между нами разница. Вы знаете, меня удивляет современное христианство. Они как будто забыли эту мысль. Они спокойно вот так говорят, спокойно там вот, ну, вот так просто. Вообще, когда я рассуждал на эту тему, я прочитал некоторые места. Специально повыбирал, когда люди встречались с ангелами в Библии. Какая их была первая реакция? Страх, ужас. Падали, как мертвые. В ужасе, в страхе видели ангелов. Апостол Иоанн, находясь на острове Патмос, увидел Иисуса такого, как Он есть. Ноги Его, как Халкаливан. Пережил вот это Божье присутствие и пал, как мертвый, он пишет. Это тот Иоанн, который, видя Христа на земле, находился с ним рядом, переживал его присутствие. Но когда он пережил вот то, он пал, как мертвый. Если мы с тобой забываем мысль, что Бог может стереть в порошок планету, что Бог может абсолютно все поменять в одно мгновение, то мы потеряем страх Божий. Мы перестанем его бояться как Бога, как того, который создал все это. Я помню, как-то мы с Данилом Тавкачем разговаривали еще на радио, брал я у него интервью, и про отца заговорили. Я спросил, говорю, а вот вы были с отцом вот другом, или сейчас модно так говорить, да, вот мы должны быть с детьми друзьями. И он такие сказал слова, говорит, ну, знаешь, оно как-то раньше так и не было, ну, отец – это отец. Все-таки я его уважал, я его где-то и боялся. Вот интересно, современное общество эту ноту теряет на фоне Бога, Творца. Уже и родители теряют свой авторитет. Люди, которые перестают вначале Бога бояться, потом уже и родителям в очень раннем возрасте говорят, что ты мне тут учишь, что ты мне рассказываешь. Какая это потеря, какое это поражение. Но есть уровень выше. Конечно, это правильно всегда бояться Бога, понимая, что Он Творец. Но если мы с тобой пережили Его любовь, если мы с тобой стали сопричастниками к телу Христа, если мы пережили, что Его кровь Голгофская нас омыла, простила, что мы пришли к Богу вот такие, какие мы есть, а Он нас простил, без разговоров принял, и, как мы пели, дал нам на небе обители,
Тогда мы не просто боимся Его как того, который все создал, а мы боимся сделать что-то неправильно, ведь Он нас так любит. Он такую любовь к нам проявил. И вот что же мы за люди тогда, если мы делаем то, что Ему не нравится? В ответ на такую любовь. Да, в мире посмотреть, когда кто-то кому-то оказал великую милость. Вот даже стихотворение, примеры, когда мать, скажем, прыгнула за дочку в огонь, спасла ее, да, и обожгла себе лицо. А девушка стесняется матери, потому что мать очень уродливо выглядит. И молодой парень, когда с девушкой встречался и узнал это стихотворение такое, что она стесняется своей матери, он говорит: «Я не хочу с тобой ничего общего иметь, потому что это очень неправильно. Мать спасла тебя, а ты ее стыдишься». Поэтому, любя Бога, пережив вот это все, мы испытываем высший уровень страха Господня. Мы боимся сделать что-то, что Ему не нравится. Вот я приводил такой пример однажды, да? Вот, допустим, у нашей дочки, у нашей мамы, у нашей жены, у нашего отца, мужа аллергия. Но мы забыли, аллергия на клубнику или аллергия на малину. Ну, забыли, да? И пытаемся там им что-то, пирог какой-то испечь. Вот как поступит любящий человек? Малина, клубника, да ладно, пусть разбирается, да, и на стол. Да нет, конечно, любящий человек выкинет и малину, и клубнику. Потому что он любит этого человека, потому что он не хочет сделать ему неприятно. Я сейчас скажу вещи, которые вообще не модно говорить в современном христианстве. Вот слушая проповеди, и все сводится у многих проповедников к одному, что вот братья наши, они много чего запрещали, запрещали раньше неправильно, это не нужно было запрещать, и вот за это у нас такой результат. Я скажу молодежи, да, действительно, раньше в церквях были запреты, которые сегодня кажутся, ну, может, ну, не совсем они нужны были. Ну, например, где-то запрещались носить часы, ну, я вот одел сейчас. Где-то что-то еще запрещалось. Но поймите, люди запрещали это не для того, чтобы на кого-то наложить бремя, а потому что у людей в сердце была любовь к Богу. И они до конца не знали, это можно или это нельзя, Богу это нравится или не нравится. Лучше я не буду этим пользоваться. Аминь, братья и сестры. Так же и было. И любой человек, который в своей жизни от чего-то откажется, пускай даже это вообще не греховные вещи, но вот он ради Бога от этого откажется, он перед Богом не потеряет своей награды. И если в страхе Божьем человек, который знает, слушай, компьютер ворует все мое время. Вот, например, придя ты домой, компьютер все время ворует. И даже речь не идет о греховных сайтах, о компьютерных играх. Просто вот информацию смотрю, по 2-3 часа там плаваю. И человек подумает: Господи, я, может, тебе это неприятно. Я оставлю это дело, потому что я тебя люблю. Я не хочу, вдруг тебе это не нравится. Вот так работает любящее сердце. Вот это высшее проявление страха Господнего. Когда человек, переполненный любви к Богу, добровольно от себя, от чего-то откажется. Вот интересно, задумывались ли мы о том, что есть вещи, которые Богу неприятны? Сегодня так смело говорят, вот если тебе это нравится, если тебя это трогает, то и Бог с этим согласен. Я прочту интересное место. Книга Откровения, 2 глава, 6 стих. Послание из одной из церквей, Ефесской. Бог пишет: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Вот так. В этой церкви было видно, нападало на нее какое-то учение каких-то николаитов. И пастор этой церкви, вот эта церковь, они разобрались, что это неправильно, и отвергли это учение. И Бог озвучил свою позицию на это учение. «Я его ненавижу», говорит Бог. «И вы правильно делаете, что вы его тоже ненавидите». Вот, молодежь дорогая, братья наши, сестры, когда лишний раз вот приносятся какие-то ветроучения, и мы их так с легкостью заглатываем, вот с легкостью, и принимаем в своем служении, в своей жизни, задумывались ли мы, а может, это как раз-таки что-то из николаитов? А может быть, это что-то, что Богу неприятно? Господи, я тебя боюсь, я тебя люблю. Может, это неугодное тебе учение? Поверьте, Бог не обижается, если мы лишний раз проверим, если мы лишний раз почитаем Евангелие, еще раз исследуем. Бог не обижается. Но когда мы, потеряв страх Господень, заглатываем все, вот это проблема, вот это беда. И смотришь на таких людей, и они дальше, дальше, дальше. Ты им задаешь вопросы, но это уже вообще как-то уже не годится в библейский текст. Все нормально, людям нравится. А Богу нравится или нет? Это важно.
Итак, что же дает страх Господень человеку? Ну зачем человеку вообще бояться Бога? Да живи себе и живи. Зачем бояться Бога? Я прочту интереснейшее место. Оно меня всегда, ну как, не знаю, приводит такое трепет, не знаю, как это слово перевести, такое уважение, благоговение. Бытие, 39 глава. Известное место. История Иосифа. Иосифа продали родные братья. Он любил Бога, боялся Бога, любил отца своего и говорил отцу, где братья поступают неправильно. За это он заработал любовь своего отца и ненависть своих братьев. Вот такой пример для нас. Любя Бога, мы можем заработать любовь нашего небесного Отца и ненависть этого мира. А можем пойти другим путем, заработать любовь вот этого мира. И, возможно, тогда заработаем ненависть небесного Отца. Выбирает каждый сам себе. Иосиф был продан, попадает в рабство. В этом рабстве он, боясь Бога, обретает, ну, у него было, я так понимаю, высокий дух, мудрость. Он показал себя как хороший организатор, такой завхоз, устроитель. И Потифар доверяет ему все в этом доме. Это парадокс. Рабу, которого он купил за деньги, он все ему в доме доверяет. И наступает момент, когда жена, подлая женщина, пытается склонить его к греху. Прочтем это место. Бытие 39:7. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме этом. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом?» Вдумайтесь. Иосиф имел страх Божий, боялся Бога, был благодарным человеком, любил и уважал людей. И вот интересно, у него церкви не было там в Египте, у него не было там синагоги, у него был внутренний страх Божий. Он лично боялся Бога, и этот страх спасет его. Ведь по-человечески, казалось бы, братья продали, никого нет, да согреши с этой женой, а потом и Потифара отравите, и сам станешь тут главный. Но он боялся Бога, сам лично. И этот страх поведет его опять в тюрьму. Он окажется в тюрьме, пробудет там еще несколько лет. А потом этот страх Божий выведет Иосифа на ту величину, что этого раба позовет фараон и скажет, слушай, ты же сны умеешь толковать. И он ему все объяснит. И этот страх Божий приведет к тому, что фараон, император целой империи, будет слушать раба, как поступить целой империи. А потому что страх Божий был в Иосифе. И этот страх приведет его к тому, что через какое-то время Иосифа, ну я так рассуждаю же, выдвинут на площади, и фараон объявит, вот этот человек, его надо слушаться, как меня. Вы знаете, мне всегда интересно в этот момент, жена Потифара как себя чувствовала? Вот она смотрит на него, и говорит, Потифар, собираем чемоданы, бежать надо с Египта. Ну это моя фантазия такая. И страх Божий приводит к тому, что раб, проданный в рабство родными братьями, спасает империю, потому что он имел страх Божий. То же самое книга Даниила, когда отроки, это молодежь, это люди, ну, я думаю, 18-16 даже лет, попавшие, может, до 20, не больше 20 точно, попавшие в плен, имеют страх Божий внутри себя и говорят, мы не хотим есть эту пищу, она осквернена. Казалось бы, у вас уже нету храма, у вас уже религия ваша потерпела катастрофу, ваш храм сломали, золото разворовали, они имеют внутренний страх Божий, и он их спасет. Этот страх опять-таки поведет их в печь огненную, страх Божий, когда они откажутся поклоняться. И в печи огненной этот страх Божий их защитит и спасет. И потом они станут одними из уважаемых людей. Очень выгодно иметь страх Божий, если чисто по-человечески. Очень правильно бояться Бога, бояться Его как Творца, бояться Его как того, который столько добра сделал к нам, столько любви к нам проявил. Написано в Псалмах, послушайте, было ли кто-нибудь, вот как-то своими словами, был ли еще какой-то Бог, который столько сделал для, или для любящих Его, или для народа. Вот мысль такая примерно, я думаю, вы ее поняли. Был ли еще в какой-то религии, в другой, да, вот такой Бог? Чтобы так он о нас заботился, чтобы так мы слышали свидетельство, что, знаете, болела, помолились, выздоровела.
что, братья, сестры, была проблема, молились в церкви, ответил Бог. Вот есть еще где-то такое? Да, наверное, нет. Наверное, нет. Кажется, иногда кто кому служит? Мы Богу или Бог нам? Наше собрание, хоть и не сильно еще заканчивается, но проповедь моя заканчивается. Я хочу оставить эту мысль, чтобы мы с вами имели страх Божий. Неважно, даже если вокруг нас никто Бога уже не боится. Даже если человек, который сидит рядом с тобой и со мной в церкви, рядом, на соседней лавочке, и ты видишь по его жизни, что он Бога не боится и людей не стыдится, не обращай на это никакого внимания. Имей личный страх Божий. И этот страх Божий проведет по жизни так, как Бог поведет. И иногда это будет и печка огненная, как сегодня он Самуил сказал. Иногда это будет и тюрьма. Иногда это будет взлет, как у Иосифа. А иногда этого вообще ничего не будет. Просто будет обычная жизнь верующего человека. Но если в сердце есть страх Божий, он победит многие преграды. Он не примет какие-то лжеучения так легко. Он не впадет в грех так запросто, если он Бога боится, если он понимает, что Бог его видит везде. Благослови всех нас, Господь. Аминь. Будем молиться, братья и сестры. Господи Боже, Отец Небесный, я благодарю Тебя, я Тебя поклоняюсь. Слава Тебе, хвала, Господь, слава Тебе, я благодарю, я прошу, благослови эту церковь, Господь. Благослови всех отцов и матерей, всех нас, Господи, чтобы мы боялись Тебя, чтобы мы боялись согрешить, боялись, Господь, обмануть, боялись сделать что-то неправильно, Господи, чтобы страх Божий был в нашем сердце, Отец не тот, который был в сердце Иосифа, тот, который в сердце был Сидраха, Месаха, Авдинага, Господь, благослови, лекембор малечелала льгломбари, иру келамбаран стункратала паракала хария сгарала ресембара лагри, лори легера лебермешхирала гробара масмараглариус, орамен кармала Джандер, лемери глауре лебере клампере шибери бери бери гроста романоктес. Благослови, Господь, помоги нам, чтобы мы не теряли этот страх, не забывали, кто есть Ты наш, Господь Иисус Христос, не забывали о Твоей крови, не забывали о Голгофе. Господи, чтобы любовью Твоею мы держались на этой лозе, которая есть Ты, Господь, благослови всех нас. Гимбарнич клампурала сарио.
Отец наш Небесный, Господь и Бог, я благодарен Тебе, Бог, за Твою любовь, Иисус, за Твою Голгофу, за Твою кровь, которая призывает нас, Господи, которая призывает нас любить Тебя, бояться не просто из какого-то страха, из страха любви, Господи, столько милости Ты нам проявил, столько любви и заботы от Тебя исходит, мы Тебя за это благодарим и поклоняемся, Господи, я прошу, благослови всех нас, прости нам наши согрешения, Господь, а также в этот день благослови всех отцов, помоги нам быть примером для наших детей, помоги нам, Господь, самим иметь понимание, ведение, Господь, чтобы вести наши семьи в небесные обители, а Тебе за все слава, хвала, честь и поклонение, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Друзья, хочу поблагодарить вместе с вами нашего Господа за этот замечательный день, за прекрасные слова, которые сегодня звучали. Очень хорошее слово, хорошая проповедь. Мне очень понравилось. Я тоже рассуждаю, вот, слушаю о страхе. Вот. И действительно, есть люди, у которых есть страх, а есть у которых нет. Представилась мне такая картина. Вот даже у вас, вот задайте, ответьте на этот вопрос. Многие из вас боятся летать самолетом? Есть такие, которые боятся? И не под каким. Я знаю, что у нас был брат, но он уехал. Уехал на ту сторону. Он панически боялся летать самолетом. Поэтому он туда ехал на автомобиле, переезжал. И даже если в гости, то только во Флориду, ну, ту сторону, на автомобиле. А так я вот сколько наблюдал людей, которые садятся в самолет, улыбаются, радуются, там шутят, вот сидят, ждут. Сам летел самолетом неоднократно, тоже ничего, никакого страха не испытывал. Однажды мне попалась одна запись. Я не помню, кто ее выставил в интернет, но она там была. Это кто-то снял то ли на телефон, и этот телефон сохранился, и потом выставили. Падал самолет, я уже не помню где-то, и как, это не важно. Но кусочек вот этой съемки, самолет падал, он что-то там загорелось, короче, он летел вниз, и кто-то все-таки нашелся такой, что на телефон заснял людей, вот эту страшную панику. Там никто не улыбался, там никто не шутил. Перекошены от ужаса лица, открытые рты, в крике, в панике, вот это и все. Значит, друзья, почему люди, одни веруют, другие не веруют, христиане, которые веруют, вот сегодня мы слышали, но ведут, ну, такой себе легкомысленный образ жизни. Почему люди, которые идут, садятся в самолет, в большинстве своем не боятся? Потому что они уверены, что ничего не произойдет, что самолет не упадет. Если бы им сказали, вот этот самолет, и они точно знали, там ни одного пассажира не было бы. Потому что, ну кто же, что ж я пойду туда? Я только иду туда, потому что я уверен, и так часто самолеты падают, и все будет хорошо, все нормально. Может, мысль какая-то придет, когда там крылья дрожат, вот эти воздушные ямы, но потом сразу оно проходит, когда успокаивается. Так думаешь, уже, может, крылья сейчас отвалятся, страшновато становится. Но, мои друзья, если бы вот так люди подходили к вечности, если вот этот земной самолет далеко не каждый падает, то вот эта планета Земля, она точно упадет. Она упадет в огненную бездну, земля и все дела на ней сгорят, так говорит Священное Писание. Каждая человеческая жизнь обязательно под ней будет подведена черта. И человеку нужно будет или оказаться в аду,
или же милостью Божией быть спасенным, если человек верует. Поэтому это не страх, или не, вернее, не отсутствие страха, а вот не бояться. Это самая обыкновенная беспечность, раз. А вдруг пронесет, как-то оно там будет. А во-вторых, ну просто человеческая глупость. Потому что безумец сказал в сердце своем, нет Бога. Это только безумец. Поэтому он позволяет себе все вещи на земле, греховные, беспечные, так, ну, короче, что угодно. Как это оно пройдет, ничего там не будет, все нормально, столько людей, что будет всем, то и мне. Но еще раз, я помню эту картинку из падающего самолета, ни одного беспечного, ни одного. В ужасе, в панике, в крике, все боятся смерти, только думают, что их это как-то пронесет, пройдет. Но еще страшнее физической смерти – это смерть духовная, смерть вечная, вечная разлука. Здесь нельзя, если там уже не так уже, ну, всем умирать, рано или поздно, то в вопросе вечности, Господи, нам предоставляется возможность за каких-то вот несколько десятков лет жизни на земле приобрести вечность и не использовать вот эту возможность. Это глупость высшей меры, это безумие действительно. И тем не менее, к сожалению, как Писание говорит, называя себя мудрыми, обезумели. Обезумели почему? Потому что отвергают Бога, лишают себя Царства Небесного, спасения, которое такой дорогой ценой было Господом заработано нам. И не воспользоваться этим – страшная вещь. Ну, поскольку такой День Отца, стихотворение прочитаю на эту тему и помолимся за записки. Отец Небесный, кто здесь на земле, быть может, ближе, лучше и роднее? Кто может знать и чувствовать вполне любовью неизменной обогрея? Кто может защитить, когда беда ворвется вихрем злобным в жизни русло, когда от боли хочется рыдать? Кто успокоит вмиг в юдоли грустной? Кто может без красивых фраз понять? Кому не надо объяснений праздных, и чьей любвеобильный отчий взгляд сопровождает в трудностях опасных? Отец Небесный, к трону своему зовешь меня во всякое мгновение. Когда же наконец-то я пойму, что ты один достоин поклонения, что силен в испытаниях спасать, наполнить силой вдохновенной свыше, как любящий отец в любви прощать. Когда вокруг все ненавистью дышит, спешу сказать тебе, отец, люблю, да святится твое святое имя, и как дитя любви благодарю за то, что ты благословляешь нас обильно. Слава нашему Господу! Очень серьезные нужды. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, за 10 молодых братьев с Луцка, Украина, которые поехали в Киргизию на стройку и реконструкцию молитвенного дома. А там собралось больше 100 человек из местных киргизов и угрожают их убить. Сейчас они скрываются и будут местные власти решать их судьбу. Вот такая запись. Конечно, будем молиться. Дорогие друзья, пожалуйста, помолитесь о покаянии детей и внуков. Нет послушания, нет желания Господу служить. Пусть Господь осветит их разум и даст осознать свое греховное состояние и даст покаяние во всех своих грехах, чтобы они служили Богу. За детей и внуков вознесите молитву, чтобы Господь их помиловал, спас и обратил на истинный путь. Помолитесь, дорогая церковь, о Яше Гончар. Ему сделали 4 операции одна за другой. Врач говорит, что такое редко кому делают. Вчера делали электрошок. Ему очень трудно и тяжело. Поддержите, семья Гончар. Конечно, помолимся. Дорогая церковь, помолитесь за мальчика с Украины в реанимации, в тяжелом состоянии. Ехал
На велосипеде его сбил пьяный водитель в автомобиле. Это многодетная семья. Заранее благодарю Господа и вас. Вот такие у нас нужды. Также, друзья, напоминаю, что у нас завтра похоронное служение на 11 часов на Фостер. И уже после служения там, в Funeral Home, значит, уже перевезут тело на кладбище Глисон и 90-е, да? Где-то там. Ну, а сейчас давайте встанем и помолимся об этих нуждах. Очень серьезные нужды, помолимся искренне. Милосердный Господь, Ты наш Бог, Ты наше упование, Ты наша жизнь. Мы благодарны Тебе, Господь дорогой, что мы познали Тебя. Ты открылся нам, открылся, Господи, и открыл путь спасения, ведущий в Царство Твое. И как, Господь дорогой, мы сегодня слышали, как важно, Боже, оценить этим спасением, как важно трепетать перед Твоим Словом, как важно бояться, Господи, согрешить, бояться охладеть, бояться отступить от Тебя, но держаться, Господь дорогой, держаться Тебя всем сердцем своим, всеми силами своими. Помоги нам в этом, Господь. Наша молитва об этих несчастных, Господи, о которых молятся, и часто мы получаем эти записки. Они ушли от Тебя, это дети верующих родителей, скорее всего. Но они уходят, они ушли, они находятся, Господи, вот на этих моавитских полях, они находятся в этом мире, и, безусловно, погибнут, если не вернутся к Тебе, Господу и Спасителю. О них совершаются молитва бабушками, родителями. Боже, дедушки молятся, не дай им погибнуть, возврати их обратно. Также наша молитва, Господи, об этих 10 молодых братьев, которые поехали на заработки, вот, на работу, строили молитвенный дом, и вот оказались в такой ситуации, они очень в опасности большой находятся. Боже, Ты спаси их оттуда, с этого положения, пусть они живыми, здоровыми, невредимыми вернутся в свои семьи, Господь, чтобы церковь Твоя и родные прославили Тебя за чудное избавление. А также мальчик, который находится в тяжелом состоянии, которого сбила машина, Боже, и ему яви милость Твою, и возврати его живым и здоровым в дом родителям. А также, Господь, за нашего брата Яшу мы молимся, Ты также, Господь, вступись. Соверши милость Твою, исцели Ты его, Господь. После операции восстанови полностью его здоровье, чтобы он также мог вернуться в семью и радоваться и благодарить Тебя вместе с домом своим за чудные явленные милости Твои. Тебе же, нашему Господу, за все да будет хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Благослови вас Господь, братья и сестры.